Еще одна трагедия произошла на улице Семафорной буквально в нескольких метрах от разрушенного виадука на железнодорожных путях. 35-летнюю женщину ударила током. Как объясняют полицейские, она переходила дорогу в неположенном месте. Пыталась обойти оцепление стражи порядка, которые выставили здесь после ЧП. И не найдя возможности перейти дорогу, забралась на цистерну грузового состава, который стоял на запасном пути. Сначала ее ударило током, после на женщине загорелась одежда. Сейчас красноярка находится в ожоговом центре. У нее обожжено 90% тела. Следственный комитет уже проводит проверку. Замечу, что до оборудованного пешеходного перехода было всего 300 метров.